Хеля, тікай! Хеля! Подешь, Моська. Я опасаюсь слуха по преступности и почти не знаю языка. Уже 60 лет Роман вылетает на историческую родину. За 12 лет он прилетал сюда 10 раз. Сегодня мы встречаем Романа в аэропорту во время его последнего визита на родину. Роман уже 72, даже для самого энергичного и патриотичного пенсионера. Но 70 лет не возраст. Это в основном молодежь и люди с высоким доходом и образованием. Почему люди уезжают и после того строят планы отступления? Исследователи рассказывают правду. Больше половины из готовых на переезд хотят найти за границей лучшие условия жизни. 40% надеются, что после переезда смогут обеспечить своих детей. 13% хотели бы уехать, чтобы сдаваться. И 8% ищут за рубежом хорошую медицину и образование. Это не звезды, это простые украинцы, продавцы в магазинах, работники офисов и больниц. Ваш сосед или учитель ваших детей, и они уезжают каждый день разными путями, даже нелегально. Что получается у тех, кто получилось переехать? Упала. Ты упала. Португалия, сюда не едут звезды. Здесь нет телефонного.